На дворе ночь, мы едем снимать. Если ну, вы, выйдем еще из гаража, непонятно. Женя нашел локацию для своего обзора. Мы сюда приехали смотреть и снимать. В целом, должно быть такое ощущение отчаянности, одиночества, безысходности. А мне в таких местах уютно. Как красиво. Офигенно красиво, слушай. Да везде, ты посмотри просто. Хотели безысходность, получили зиму, праздник. Здесь так тихо, так приятно. Короче, у нас ночные съемки. Я утеплилась. Две тужурки, значит, меховые варежки. Кроссовочки летние. Как всегда. Такой, знаете, Эдвард руки-ножницы. СНГ-версия. Я сегодня оператор. И заодно вайп-чекер. Пипец. Не знаю, наверное, это очень крипово, но здесь дико уютно. Люблю я такое. Вообще круто, когда ты можешь даже в своем в чем-то таком не всегда эстетично приятном найти фишку, прочувствовать это и так типа, да, и суметь это передать. Вот надеюсь, как-то я передаю ощущение, что здесь невероятно круто. Просто. Хотя, казалось бы. Мою помощь оплачивают шавухой. Я сегодня монтировала и буробила себе под нос. Хочу шурму, потом понимаю, что куда какая шурма, Катя. Так, чтобы таксисты не смотрели. Мою шурму. Вот это чесночная окантовочка. Женя, ты уже страшно выглядишь сейчас в расфокусе. Фоткаюсь с любимым. И с хлопешкой. Угу. Ну чё? Чесночно. Отлично. Ну, по идее, здесь подстаканники под шурму рассчитаны, но я... Хорошая машина. Не, не знаю, не рассчитаны, нет, но ну, просто он очень измазал вкусным соусом. Вообще, я... пипец, я впервые такой вижу, да, типа... Да, я боюсь ставить сюда. Он гений! Потому что весь сок всегда спускается вниз, да, в шурме, а он сверху, чтобы уже сочно было. Блин. Точно? Точно. Я думаю, ты чин-чин. О, хлопешечка пошла. О, Женюш, сейчас у меня сопли пойдут. Ой. О!